Вот, собственно, вот так вот я видел видео про то, почему много кто не любит Arduino. Вот у меня на такой вот коробочке там всякие платы по Arduino. Лежит третья рука, которая закреплена на аккумуляторе 4,5 ампер-часа. И третья рука держит радиатор. Здесь есть один болт. Здесь есть один болт. Здесь второй. И вот, собственно, вот таким вот образом оно все и держится. Ну и тут вот оно пошло до вот этого блока питания, который был на 24 вольта 500 миллиампер, а теперь на 12 вольт тоже на 500 миллиампер. Такий греется слегка. Здесь тоже 500 миллиампер. Радиатор еле теплый. Радиатор из старого телевизора. В принципе, на 500 миллиамперах его более-менее хватает. Ну и, собственно, провод долгий, длинный. Штатив. Ну вот те ардуинки, которые я называл Arduino Nano, хотя это Arduino Pro Mini. На самом деле они не светятся, они мигают, судя по показаниям масцы. Судя по показаниям осциллографа, вот только мигает с такой скоростью, что даже этого не видно, особенно вот этот. Ну что еще добавить? Мне сейчас 5 часов ночи, наверное, пойду-ка я спать.